Как научиться по-настоящему любить, это или есть, или нет. Потому что любовь и Бог – это те вещи, которые человек не может видеть глазами и пошепотать. Но всю жизнь мы ищем и любви, и Бога. Мы ищем. А почему мы не находим? Что такое настоящая любовь? Настоящая любовь – это когда вы готовы жизнь отдать ради тот человек, который рядом с вами, и говорит: «Я люблю тебя». И знаете, у нас такое понятие в моем родном языке, персидский. Мы не говорим: «Я люблю тебя». Я маме своей не сказал. И, конечно, иногда думаю, почему я не сказал. Потому что я люблю тебя, значит, я жизнь отдам тебе. А когда мама уже была плохо, я из России уже звонил: «Мама, я люблю тебя, мама, я люблю тебя». А мама мне говорит: «Почему ты столько это повторяешь? Я понял, что ты поняла, что ты меня любишь». Я говорю, я не смог одну вещь ей сказать, что: «Мама, скоро тебя не будет». Поэтому пока у кого есть мама, сегодня идите, обнимайте ее нежно и в ухо шепчите: «Мама, я тебя люблю». Это так важно, потому что я готов был все отдать, чтобы моя мамочка была рядом. Но, к сожалению, это невозможно. Поэтому любите друг друга. Если хотите вас, чтобы любили, вам нужно все свои чувства собрать в большом букете, вот такой букет, и подарить. Тогда обязательно вас будут любить и уважать так же. И знаете, я, может быть, простые вещи говорю сегодня. Я говорю о любви, о жизни, как должно быть. Может быть, вы и ждали от меня какую-то методику для того, чтобы вас научить любить. Но нет такого. Или вы можете это сделать, или нет.